Бабусик, ну что ты делаешь, мамину обувь грызешь, а? А, дочечка, побежала. Ох, она Буня такая. Ох, она такая Буня. Ты моя родная. Да, так, ну ты уж не трогай ее. Дочечка, а ты уж получишь по носу. Вон, ложись на свое. А, ложись. Что вы все спите, спите. Вчера спали, сегодня спите. А, девчонки? Девочка. Ой, где Буня? Ах, пошла. Где Буняшечка? Ой, Пуля, ты как видишь полотенце, и куда ты исчезаешь? Оп! Сразу в свой тазик. Да. И чего? Нет, я ж тебя не зову гулять. Я тебя не зову гулять. Ну что, чуть-чуть проснулись, а? Так, Буня, кто тебя там смущает, а? Буняш, кто тебя смущает? Голуби? Ох, они такие-такие голуби. Мою девочку маленькую. Да, смущаешь. Что? И сюда кусила. Снова мяско поела. Мама накормила. А Пулька что-то не хочет. Не ела. Мы забираем мясо, чтоб Буня не съела. Да, моя лапочка. Папа на даче. Папа на даче чеснок сажает. Да. Да. Ну все, зайчик, давай. Да? О, погнали наших городских. Боже ты мой, ну Пуля, ну ты никак не можешь, да? Моя радость, она тебя выгнала, да? Мою кисоньку. О, стоит. Ну что ты? Там что, папа что ли должен идти? Ты уже папу унюхала, что ли? Пуляша. А? Да нет, вроде не должен. Он что, так быстро чеснок будет сажать? Ну все, побежал. А кто? А кто тут веник-то уронил? А я еще думаю, что за грохот такой. Папа тут убирал, тут чеснок. Так и оставил. Ах ты такая, моя тисюля. Пришла к маме. Да? Ты моя ласточка. Так, мы с тобой тут расчесывались. Да? Моя радость. Моя кися. А куда ты там смотришь? На обои? А, Буня? Так, ты на обои не смотри, а то я как Пулька покусаю тебя. Посмотришь, да? Лежит красоточка, к маме пришла. Ага, хвостом ходуном ходит. Ай, тут что убирай, что не убирай. Каждый день одно и то же, да? И ты моя. Так, ушки чистили, мыли ушки со скандалом, да? Со скандалом ушки мыли, да? Угу, ну надо ж мыть их, надо. А там папа смотрит с Пулькой кино, да. Что это ты тут уже попала? Так, это дело надо тебе убрать. Ну что это? Вот что это такое зацепилось у тебя? Давай вот это подстрижем. Ну ты разве дашь подстричь? О, я тебе кусану. Ну смотри, что у тебя делается. Бунька, Бунеха, вот ты такая. Ты пошла к папе? Иди. Ага. Научилась дверь открывать. Ну, чё застрял хвост? Ох, это пузо!